Волнуюсь уже, заикаюсь, потому что ну как хочется, чтобы каждому из вас повезло, но я не знаю, как это сделать, Антон. Как это сделать? Надо все продать просто. Ой, всем привет. Да, прямой эфир пройдет здесь, на моей страничке, потому что самые главные подарки и заключительный день Гива хочу лично я провести. Вот, потому что ведущая Светлана проводила на конкурсном аккаунте. Но мы сейчас ее пригласим в эфир, она сейчас к нам точнее попросится, мы ее добавим. У нас вот есть генератор случайных чисел, мы будем нажимать числа, а она будет уже из таблички за компьютером все это дело проверять и смотреть. Давайте посмотрим запросы у нас. Ой, это вопросы, запросы. Так, секундочку. Сейчас она к нам выйдет. Вот, так что сегодня список у нас такой. Ну, главный приз, конечно, iPhone. Антон, покажи, что там у нас все готово. Да, вот забиваю в генератор случайных чисел цифру от 1 до 8. Ну, мы сейчас посмотрим, сколько участников точно. У каждого из вас есть номерок. Каким образом все это будет проходить? Ну, в принципе, как всегда, да, то есть у каждого из вас есть номерочек, мы выбираем число случайное, смотрим в табличке, у кого какой номер, вот, покажи, вот как он работает сейчас, проверим его вместе с вами. Ну, вот забили цифры. Вот, смотри, сгенерировать, да просто, сгенерировать, и вот эти циферки, видите, забьем сюда число, которое нам скажет Света. Тогда ждем. Ждем, да. Сейчас, секундочку. Я напишу. Так. Леша, помаши нам ручкой. Всем привет. Почему-то не видит она меня в эфире. Секунду. Почему она меня не видит в эфире? Я не знаю. Сейчас я спрошу у нее. Сейчас я быстренько в WhatsApp сбегаю и спрошу. Как всегда, все технические неполадки, видите, прямой эфир, даже не угадаешь все. Сейчас Антон скидывает мою страницу, вот, а вот она мне скинула. Почему она не видит меня в прямом эфире? Дала указание Свете, не знаю, почему она не видит меня в прямом эфире. Дала ей указание закрыть, открыть Инстаграм. А что еще делать, чтобы обновить страничку? Ну вот, давайте подождем ее, да. Пока озвучу, что у нас за подарки. Номерки обещаю. Я так и сделала раз 10. Ну как так? Ребят, скажите, я на своей страничке в Инстаграме, вы меня видите? Я на своей странице Лиля Правда, правильно? Как такое может быть, что человек не видит мой эфир? Антон, зайди, ты видишь мой эфир у себя со страницы? Да, вот и в прямом эфире. Вот я в прямом эфире, смотрите. Вот, Лиля Правда в прямом эфире. Как она его не видит, я ничего понять не могу, Антон. Как такое возможно? Не знаю. А вот это что такое? Слушай, а нет, а с какого она аккаунта зашла? Сейчас я проверю. Все видят меня. Так, еще одну секундочку, сейчас бегаю в WhatsApp. Секунду одну. Прямой эфир, что поделаешь? Ничего не предугадаешь, естественные дела. Давайте сделаем таким образом. Я сейчас зайду и выйду, и посмотрю, почему она не заходит. Прям одна минутка.